В конкурсе фристайл я выбрал капитанский конкурс, потому что в своей команде я капитан. Друзья, внимание на экран, все действие будет происходить здесь. Не зря появилась такая интересная картинка. Дело в том, что сегодня я буду говорить о спорте в России и в Советском Союзе. Дело в том, что вот именно так люди, которые жили в Советском Союзе, представляли, как выглядит настоящий физрук. Я, кстати, являюсь физруком, работаю в школе уже 6 лет, друзья. Именно вот так. Я провел социологическое исследование и решил узнать, как современная молодежь представляет своего физрука. Внимание на экран. Вот так они его представляют. Да, причем есть промежуточный этап. Вот такой. Имея 3 юнита, мы можем выстроить эволюционную ступеньку спортсмена. Внимание на экран. Ну, все понятно. Был алкоголик, начал заниматься и стал спортсменом. Внимание, эволюционную ступеньку спортсмена не путать с эволюционной ступенькой физрука. Здесь наоборот, как бы пришел после института спортсменом, начал сбиваться и в конце стал заслуженным физруком России. Друзья, причем каждый человек, который заканчивает школу и поступает в университет, сейчас парни меня поймут, мечтает, чтобы их физрук выглядел вот так. Или вот так. Или вот так. Вы у меня спросите, почему я вывел на экран 3 одинаково красивых девушки? Все просто. Я хочу, чтобы вся мужская половина этого зала была на моей стороне, что, я думаю, удалось. Друзья, но когда человек поступает в институт, его физрук почему-то выглядит вот так. Ну, да, ничего не изменилось, в принципе. Есть девушки, которые хотят там заниматься фитнесом. Они мечтают, чтобы их инструктор по фитнесу выглядел вот так. Или вот так. В принципе, так он и выглядит. Причем, друзья, причем, если девушка выглядит вот так, то инструктор по фитнесу у нее вот такой. А если девушка выглядит вот так, которая приходит в фитнес-клуб, то ее инструктор по фитнесу выглядит вот так. Внимание, вопрос. Зачем вот такой красивой девушке приходить в фитнес-клуб? Ответ простой. Внимание на экран. Вот зачем. Вот зачем. Вот зачем. И, наконец, вот так. Друзья, есть категория мужчин, которые говорят, нам нравится, когда девушки занимаются мужским видом спорта. Ну, например, футболом. Я, друзья, согласен. Если бы женский футбол выглядел вот так, я бы его сам любил. Но на самом деле женский футбол выглядит вот так. Вот так. Ну или вот так, да, друзья. Это намного лучше, чем женский хоккей. Потому что женский хоккей выглядит вот так, друзья. Причем женский хоккей практически не отличается от мужского хоккея. Вы видите картинку. Да. Но зато удобно после тренировки делать вот так. Вот так удобно делать после тренировки. Ну, Алексей, как удобно делать после тренировки? Да, друзья, на самом деле, вспоминая своего физрука, я могу с уверенностью сказать, физрук – единственный учитель, который может не только отучить ребенка курить, но и научить. Друзья, ну что ж, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и докажите всем, что настоящие физруки все-таки должны выглядеть вот так. Спасибо. Thank you.